все предприятия Министерства промышленности работают в штатном режиме. Были определенные волнения. Обратно мы все читаем то, что пишут телеграм-каналы, к чему призывают чады. Поэтому в преддвериях выходных проведена была очень большая работа. Это и беседы трудовых коллективов, это и усиление пропускного режима на предприятиях, потому что отдельные чады призывали к поломке оборудования, призывали нарушить какие-то технологические процессы для того, чтобы люди, которые придут в понедельник на работу, ну, не смогли выполнять своих обязанностей. Очень многие люди юридически подкованы, и они пытаются даже выражать свое несогласие во время технических перерывов, во время обеденного перерыва. И вот эти сборы, когда там собирается 10, 15, 20 человек, ну, делаются специальные фотографии, ну и сбрасывается в сеть для того, чтобы сказать, что завод не работает, что завод протестует, что завод не выполняет свои обязательства. Сегодня закон Республики Беларусь вообще-то очень жесткий, и тот человек, который не выполняет свои обязанности, то есть нарушает трудовой распорядок, он подлежит к суровой ответственности. И это будет делаться со стороны руководителей предприятия.